Что ты, испачкался? Собрать тебе, что ли, испачкал? Нет. Нет? Ну ты хоть теперь в этом году не боишься их. То боялся, теперь с соболем нормально стоишь. Давай ему пас. Я слышала, чтобы он так принял. Я кинула его. Он тут... Сейчас. Таня пошла за вкусняшками. Я там купил вам грудки. Косточки его уже съели. Сгрызли. Не бойся, не бойся. Что ты к нему боком подходишь? Он его прокусил, ему неинтересно, он сдутый. Я там заклею, я тебе потом его отдам, это. А домой его взять, заклеить. Больше в сетку кидать его. Не уводи их туда, не надо. Илья, иди сюда. Сюда иди, Илья, тебе сказал. Не надо туда ходить. Приучайте, чтобы они далеко уходили. Вот этот пакет? Ну да, да, грудь, спины. Ты чё? Это что так делает, наглый? Ушел, ушел отсюда. Ушел. Первый сто. Да девкам надо дать. Тайна, тайна, тайна. Танюхе. Танюхе давай. Иди, девочка. Нет. Иди, иди. Лайм, иди сюда. Златка. Злата, иди сюда. Иди. Да. Не, не. Злата. Злата. Злата, иди сюда. Злата. Злата. Иди. Злата. Иди ко мне. Пусть он сядет. Иди сюда. Иди ко мне. Злата. Уши поджимает. Иди сюда. Что ты ложишься? А? Соболь ушел. Злата, иди сюда. Злата. Злата, иди сюда. Злата, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне сюда. Давай, Тань, сюда. Садись. Садись. Сидеть. Сидеть. Пошла. Все. А то у мамки отняла. Сел. Сидеть. Голос. 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 Будь здоров. Вот, ну о, а жопу ты что назад едешь? Давай, ладно. Сядь, голос. Сядь. Аккуратно. Да нормально берет. Пошел. Все кушают. У всех полдник. У всех полдник, все да. Кушают, кроме нас. Все кушают, кроме нас. Нормально сказанул. А мы вечно голодные. Все собака. Такой, что у тебя, под ложечкой сосет? А, Илюх? Все кушают, кроме нас. Ну пойдем, я же там купил это чуть-чуть, готово. Сейчас угли там уже и это есть. Пока ваша маринуется. Она к краю пошла. Кушай, кушай. Все кушают, кроме нас. А мы вечно голодные. Вот соболю все снял. Сейчас будем с Юрием Валерьевичем, Юркой, делать ему новую сетку. Сейчас поставлю, а то он хулиганит, совсем раздурился. Сейчас сделаем. Паска не паска, но что сделаешь? Труд обгораживает человека. Что ж ты поделаешь, когда надо? Ситуация такая. Пусть занимается пока с собаками. Ну все, он сейчас. Что у нас там с углями? Илюха покормить-то. Все кушают, кроме нас. Он голодный. О, сейчас горит. Сырое все после зимы. Ну угли-то есть он. Еще с того года.
Сейчас я им пожарю по-быстренькому. Так, сетку надо, сеточку. Обжечь. О, пусть обжигается. Вот такие вот дела у нас. Не поехали. У меня здесь, конечно, тут все болото. Футболист. А тебе тут мячик не надо качать? Нет? Ну, играет футболист наш. Лайма съела, да? А, беззубая карга старая. Зубов нету, морковки. Чего? По скорости покушать? Хорошо, отправлю на соревнования. Мы вообще на программу «Голос» записались. Да ладно, прохладно. Ладно. Якубович. Все подряд мелит. Такая у нас стихия семейная. Сестра, племянник. Я у них как мужчина. Туда-сюда. Хотят девчонки шашлыка. Ну разве откажешь? Какой лес? Когда надо благоверным своей родне-то. Все-таки родные люди. Надо сделать. Хотят, что в квартирах-то сидеть. Говорю, поехали. Не поеду я в лес. Не все же в лесу заканчивается. Но у меня это не то, что я там могу променять. Я семью никогда на лес не променяю. Ну как бы есть свои пределы везде. Это хобби, увлечение. Что-то есть важнее. Что-то может потерпеть, значит, потерпит. Собак я никогда не брошу. Я всегда сколько-то, ну, встречался, жили вместе. Говорю, если зайдет вопрос о собаках, я или собаки, я скажу, ты даже такие вопросы мне не задавай. Я выберу собак. Не важно там, что, как, что будет. Собаки и все. Куда я или собаки? Там же были такие моменты. Выбирай ли я, либо собаки. Я говорю, собаки. Я, это моя жизнь, ну, как бы по охоте и все. Это мои помощники и все остальное. А это все приходящее, уходящее. Не хочется. Но если когда женщина так ставит вопрос, это уже не женщина, не девушка. Вечно мне попадаются молодые. Моложе. Липнут они как. Надо поменьше, наверное, болтать. Они как гипнотизируешься ли их. Ну, потому что я, ну, как бы душа компании всегда бал. Шутки, прибаутки. Да, Танюк, Тань, иди как. Иди. Иди, моя, блядь, роддомика моя хорошая. Иди. Иди, моя козочка, иди. Сейчас жизнь наладится. Обзаведемся с кем-нибудь, да? Не вечно же одному. Ну как одному? Я не один. Ну, так вообще. Тоже всем хочется тепла, ласки, чтобы кто-то дома ждал, да? Лишь бы мозг только не выносили. Мы же козероги такие, да, Танюх? Вот так вот, да. Что, погладить еще? Златка тебе всю испачкала. Сейчас. Сетка обгорит и все будет нормально. Иди, Коля, ой, на днях. Роддом ходячий. Сейчас повылетают оттуда морковки. Это носится по лужам. Ой, без разницы. Такая она безбашенная. Соболь гуляет и что-то выискивает. Ну, по костяшке съели, по грудке съели. Покормили. Так что все хорошо. Всех с Пасхой.
Христос воскрес. Воскресе. Ну, птичек, воробьи. А и гоняет. Таню, да брось ты их. Не нужны тебе эти воробьи. Они все время здесь живут. Вон они. Гоняет она их. У хулиганы какие, да? Бандиты. Маленькие. Вон они. Бандиты. Воробьи это бандиты. Так. Вот он сидит. Трик. Пи-п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 и. Таня, не ходи так далеко. Ладно, все, буду, покормлю детей.